Президент США Дональд Трамп не будет препятствовать даче показаний бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, Сенатскому комитету по разведке, по поводу причины его отставки 9 мая. В США у исполнительной власти есть привилегия не предоставлять законодательной и судебной власти конфиденциальную информацию. У президента есть полное право воспользоваться привилегией исполнительной власти. Однако, чтобы способствовать быстрому и доскональному изучению фактов, которого добивается Сенатский комитет по разведке, президент Трамп не прибегнет к этой привилегии в отношении запланированных показаний Джеймса Коми. После неожиданной отставки Коми оппозиция обвинила Трампа, что таким образом он пытается помешать расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. По мнению экспертов, Трамп не мог заблокировать показания Коми, так как он сам уже публично комментировал содержание своих разговоров с экс-шефом ФБР.